В конце мая 2023 года тогда еще глава Новотроицка Дмитрий Буфетов, представляя местным журналистам новые автобусы, обещал горожанам, что вскоре они выйдут на маршруты и заменят устаревшие «Газели». И практически все 14, конкретнее 17 автобусов, которые мы, как обещали горожанам, в скором времени выпустим на улицы города Новотроицка. Сегодня транспортная программа по городу Новотроицку в развитии находится. В конце лета мы планируем уже запустить новые маршруты и, как обещали, вместо старых газелей, опасных, которые соревнуются между собой в поисках борьбы за клиента, поедут комфортабельные современные автобусы по хорошим ценам, по хорошим маршрутам, и жителям города Новотроицка будет приятно. В начале июня 2023 года более конкретно по этому поводу высказался уже начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и транспорта мэрии Антон Кацуба, который рассказал о предстоящих изменениях в транспортной сети города. Сегодня для того, чтобы поставить муниципальный автобусный парк на линию, значит, было произведено изменение двух маршрутов на сегодняшний день, и один мы просто доукомплектовываем, так скажем, действующий маршрут, который на сегодняшний день работает. Это значит, будет доставка специалистов, которые в райскую сталь на остановку фасонного цельного цеха. Это доставка специалистов также уральской стали, где у нас была особая потребность ввиду модернизации уральской стали, нового производства открытия. Значит, тут у нас будет поступать, будет маршрут до проходной доменного цеха в том числе. И у нас будет еще один новый маршрут, он будет тоже западный курировать, то есть люди будут с западного попасть в город. То есть это 41 кадровый маршрут, который мы будем назвать. Поэтому в ближайшее время, сейчас на данный момент идет процедура юридического оформления, как все это правильно, постановку сделать, чтобы автобусы вышли на маршруты. И предположительно, что, как мы говорили ранее, там, август, сентябрь месяц у нас должны уже выйти на рейки. 21 августа 2023 года появилось постановление уже нового главы мэрии о внесении изменений в реестр маршрутов регулярных перевозок муниципального образования город Новотроицк. Согласно документу, было создано два новых маршрута. Номер 41А от остановки магазина «Тысячи мелочей» до остановки ФЛЦ «Уральской стали» и в обратном направлении. А также номер 56 от остановки ИК номер 3 до остановки ФЛЦ «Уральская сталь» и обратно. На календаре декабрь 2023 года. Но, увы, мы обратились по этому поводу за комментариями к начальнику отдела жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и транспорта мэрии Антону Кацубе, который заверил, что в администрации делается все возможное, чтобы поправить ситуацию. Главная проблема, заявил Антон Валерьевич, это нехватка кадров. По поводу этих маршрутов 41 и 56, 41А, значит, да, действительно, в свое время мы давали такую информацию о том, что в августе месяце сентябре автобусы должны были выехать на линию. На сегодняшний день часть этого мероприятия, ну, то есть установлены маршрут, но есть кадровый голод, так скажем, на предприятии на местном муниципальном Новотроицке, поэтому сейчас на данный момент до сих пор еще пока происходит набор водителей, в том числе Новотранс берет на себя обязательства по поводу оплаты обучения, если отсутствуют какие-то категории, ну, категории D, так скажем, на автобус, поэтому заработная плата пересмотрим, заработную плату подняли, вот, графики удобные, два через два.